Игроки сборной Дании оплатили защитнику Йонасу Кнутсену, Йонас Кнутсен, полет на частном самолете, чтобы он смог увидеться с женой и новорожденной дочкой. Об этом сообщает bbcnews.ru. На 25-летнего футболиста родила девочку на несколько недель раньше положенного срока, в то время, пока футболист находился в России на чемпионате мира. Датский футбольный союз, ДБУ, объявил, что не планирует отправлять защитника в Данию из-за рождения дочери. Тогда команда решила оплатить частный рейс товарищу для поездки домой. Вратарь сборной датчан Каспер Шмейхель, рассказал, что команда хотела проявить гуманность по отношению к товарищу. В нашей команде очень много отцов. Как отец я могу представить, насколько тяжело было Йонасу получить сообщение о рождении дочери и не присутствовать рядом с семьей, сказал он. Кнутсен вернулся в Россию в понедельник, 18 июня, после встречи с женой и новорожденной дочкой. Теперь датчане готовятся к следующему матчу, который пройдет в Самаре 21 июня со сборной Австралии. В субботу, 16 июня, сборная Дании обыграла Перу со счетом 1-2-0 в группе С. Кнутсен, воспитанник датского клуба Эсбьерг, в 2014 году он дебютировал в составе сборной Дании. Летом 2015-го датский защитник перешел в английский клуб Ipswich Town. Больше важных новостей в телеграм-канале Лента Дня. Подписывайся.